Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня я, Дракула ПВП, и это мой стрим. Сейчас я буду просто исправлять проблему, что не было звука в Майнкрафте. Вот, все, звук в Майнкрафте появился. Вот и сам Майнкрафт. Сейчас. Все. А вот и сам. Теперь в Майнкрафте есть звук. В прошлый раз его не было. Теперь он есть. Запускаем мир. Кто будет смотреть, красавчик, это не молодец. Ждем, ждем и ждем. Из-за того, что в этом Майнкрафте, ну в этой сборке Stoneblock 2 слишком много модов, поэтому он будет чуть-чуть, ну где-то минуту прогружаться. Потому что гиг 200. Так много. Будем ждать. Кому не жалко смотреть этот стрим, влепите лайк и подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Ждем. Что уже почти прокружается. Ну ничего страшного. Ой, извиняюсь. Я нечаянно, но я просто... Начинается с трансляцией. Это, видимо, это из-за того, что чуть слабый интернет. Но ничего страшного. Ведь. А, вот и запустился сам Майнкрафт. Чего? Стоп. Я что-то не понимаю. А где все? Стоп. Видимо, он перезагрузился. Ничего страшного, сделаем заново. Эх, выйдем и создадим заново, наверное. Что же поделать? Ничего страшного. Да, ничего страшного, наверное. Наверное. Да. Вот. Давайте. Эх. Придется начинать заново. Это будет, видимо, первая серия. Но все-таки так они выйдут. Читы. Да выключу. Зачем мне они? Что 3 часа, можно сказать, что 2 часа удалилось.
Да, наверное, просто мир зарисовал опять. Просто минус две серии. В следующий раз после стрима надо будет сохранять мир. Да, в следующий раз так и сделаю. Сохраню и в папку выкину какую-нибудь. Я там уже много чего сделал. Да ладно, будет первая серия с самого начала. А то в прошлой серии я там некоторые вещи могут подумать, что я как бы выдал себе, там у меня просто рестоуновая печка была. Будет чисто заново и снова. А может повезет и выпадет крутой меч на 99 урона. 999 урона и на добычу 15-25. Да, есть такой меч на самом деле. Вот. Снова, заново. Теперь это первая серия. Давайте даже специально вступительную сделаем. Как... Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня я, Дракула ПП. По тебе скина. Да, маски закрасила. Давайте хотя бы, начало. Возьмем своего Петрока. Ломать камень с 20% шансом может выпасть 4 гальки, а с 100% шансом 2. Сейчас нам выпадет, сейчас скажу даже. Именно рукой, даже гальки нельзя бить. 2 выпало. 2 выпало. Все еще 2. Да блин. 20% шанс, что это не работает. Обман, 20% шанс. Сейчас вот таким образом можно сделать камень, гальки, и из четырех этих получается такой стол, на нем плюс этого стола, на нем остаются вещи, и они даже красиво выглядят. Да. Так, ой, надо было 12 камня добыть, потом только делать себе стол. Для того, чтобы сделать столько камня, нужно много гальк, да. Все еще выпадает по 2 гальки каменной. Видимо, обман, что 20% шанс. А не вот, только что выпало. Да, только что прям этот выпало. 4 гальки, да. А сейчас осталось еще 4. А это 20 галек, да. Ничего страшного, можно собрать и 20 галек. Они и так уж... Ну, не так уж и сложно делается. Даже не 20, а 16 можно. Да. Это 3 камня. Раз. Два. Три. Все, теперь хватает. Вот опять. Опять вот это. Больше гарик было.
и показываю, как сделать вот такой сундук. Вот такой обычный. Сначала нужно сделать 4 этих. Один делается из двух. Покажу. Для крафта одного сундука нужно именно 8. Ставится вот так. Или вот так. Вот так нет. Так, вот только вот так. Берется. А, еще желательно сделать из двух камней палки. Ну, каменные стержни. Дальше эти 4 пластинки. Ставится как обычный верстак. Вот он. Cobblestone chest. Он вместительный, как обычный, деревянный. Ну, как cobblestone же. Еще. Чтобы получить. Чтобы получить землю, нужен один каменный молот. Каменный молот делается вот так. И можно любой этот палку, даже каменный стержень можно. Только не для всех крафтов хватает всего лишь каменного стержня. Да. Лучше его так не использовать, но для начала он так будет как кирка, потому что как бы нету обычной кирки палок, поэтому приводится так. Пусть будет чуть-чуть симметрично. Меня смотрят ноль зрителей, но ничего страшного, я говорю как будто их много. Чтобы сделать землю, берется камень. И можно 6. Дальше, чтобы ломать весь камень, можно включить выкапывание. Оно у меня стоит на таб. Потому что мне так легче. Ore excavation, как бы так-то. Можно еще делать. Ну, так называется мод Ore excavation. Нажимаем ту кнопку, которая у вас забиндена. Нажимаем ее. Оставляем зажатый и ломаем. И у вас сразу тот блок, который ломается, он здесь ломается. Он в ширину 32 блока. Нажимаем Tab, в моем случае. И вот, получаем землю. Дальше. Из обычного булыжника ставить 4 булыжника. Надо сделать стон крюк. Берется земля. И ломаем ею. Нет. Опа, повезло. Где-то в середине убираем один блок и ставим его. И теперь флексим, флексим, флексим. А мы флексим, флексим, флексим. Флексим, быстро, быстро, быстро. Флексим, флексим, флексим. Флексим, флексим, быстренько, быстренько. Быстро, 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 быстро. Флексим, флексим. А, стоп. У меня в середине попало. Два блока сюда. 4, 3, 3, 3. Да, середина. Если эти две стороны выкапываем, то будет середина. Вот. А мы флексим, 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 флексим. Чуть назад. Флексим, 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 флексим. Опа! Выросло огромное дерево. Нажимаем, в моем случае, таб. И именно этим крюком ломаем дерево. Падают шелкопряды. Это очень нужная вещь. И, ну, можно даже рукой сломать. И теперь можно в два блока даже сделать. Ставим саженцы именно дуба. Потому что, ну, дуб маленького роста, и в нем много этих листьев, этого, яблоки падают. Нормальное дерево выросло. И ставим одного шелкопряда. Да можно сразу их много. Три поставим. Сначала сейчас посмотрим. Все. Можно ломать до этого блока. И теперь ждем, пока шелкопряды заразят полностью.